как и обещал, показываю свои машинки, и эту будем доступ в машину без ключевой, но ключи должны быть при вас. Итак, вперед. Сразу прекрасно машинка отапливает. Можно включить подогрев сидений, если попа мерзнет. Одновременно идет и прогрев, и продув. И что важно отметить, все это делается быстро, не то что там будем ждать там, как в некоторых машинах, пока там воздух горячий пойдет, что меня удивляет. А все происходит быстро, буквально такие минута, полторы, и вы уже комфортно себя чувствуете в сидушке. Машина заднеприводная, вот у нас такой небольшой бугорок. Резина зимняя, хорошая. И прекрасно мы разбираемся. Так, вот уже подогревает. Машина эта у меня с 2007 года. Я ее взял для того, чтобы когда я был в Москве на Малахов Плюс, то как раз чтобы было приехал в Москву и изучал различные достопримечательности Москвы на машинке. Дело хорошее. На поезде приехал, а там на машинке разъезжал. Вот сейчас у нас минус 13 градусов. Но это еще не окончательные данные нашего мороза. Я в Москве оставлял машину где-то на неделю, даже больше. Примерно морозы там были и минус 20, и больше. И ничего, все заводилось, все ехало, все прекрасно. Ну, что сказать, честно и откровенно, так как у меня были другие машины, я считал их получше, ну, вот, как бы сказать, думаю, для Москвы возьму эту, ладно, там уж как-то с ней смирюсь. И вот те машины, что были получше, три раза уезжали на эвакуаторы. А класс такой же. Эта машина ни разу ездит зверюк. Чем я очень и очень доволен. А что касается именно езды, качества езды, те же самые. Ну, то какие-то там вот штучки, только, знаете, различные. Какие-то фишечки, дополнялочки, которые как бы в езде-то они особо и не нужны. Ну, вот так вот, знаете, интерьер вот делают
вроде как получше. Ну, а именно, там, допустим, два экрана, здесь экран, там экран, два телефона, тут нету ни телевизора, там, ни телефона. Ну, так он, я думаю, и нафиг не нужен. Вот. Значит, все остальное, мотор, подвеска, там, ну, вот тут все именно основное, кузов, ничего тут ржавого нет. Все это ездит великолепно. Все это ездит великолепно. В дальнейшем, послушав, я очень много слушал мнения различных блогеров, и вот как раз они рассказали про эту машину, что это значит первоначально Toyota Celsior, которую, значит, решили сделать Lexus'ом. И вот что я хочу сказать, и там особенно один из блогеров подчеркивал, что эту машину делали инженера. Они собрали все, что надо, положено, знаете, чтобы машина ездила, чтобы машина была надежная, чтобы машина была удобной и не ломалась. Сейчас же в современные машины, почему я ее и не хочу менять, маркетологи так называемые, они тут делают вот эта вот штучка, допустим, тут, ага, столько-то копеечек стоит, это там рублик стоит, а если хочешь, вот это вот не будет у тебя, это ты будешь вообще тут без этого ездить. Здесь же все есть. И плюс, значит, чтобы это ездило, не ломалось, а у них запланировано уже делают, чтобы, допустим, а вот как у меня машина была, 5 лет прошло, все, она отъездила отлично. И потом, как давай ломаться, одно, другое, пылесос для денег. Вот поэтому эту машинку, я как-то потихонечку полюбил, знаете, она меня влюбила в себя. Ездит мягко, ездит хорошо. Довольно-таки она экономная, то есть на одном баке можно уехать 700 километров. Кожа, как видите, 2002 года машины, кожа прекрасная. Начнем с самого начала, внешний осмотр. Диски. Кое-какие я заменил диски из-за того, что некоторые были в аварии, машина попала в аварию. Небольшая авария такая, но была. Была, значит, рейка слегка погнутая. Я заменил на новенькую ее. Вот, все тут наладил, чтобы все эти зазорчики были так, как надо сделаны. Вот, дисочки новенькие. Все, смотрю, резиночка, соответственно, зимняя. Задние фонари. Машина большая, как наша Волга. Опачки. Здесь я сделал, видите, камеру заднего вида. Ее не было. Значит, как мне сказали, антивандальная камера. Вот, все нормально было, я поехал, потом такая хоп, отвалилась. Короче, они мне сделали, просто-напросто на скотч прикрепили, она упала. Ё-моё, хорошо в центре мне ее заделали так, как надо. Шильдики, мыльдики, я все это сделал. Значит, что? Ключи у нас с собой, вот они ключи. Здесь у нас кнопочка, вот она кнопочка резиновая. О, видите, уже машинка сразу, опа, поднялась. Что у нас тут? Различные амортизаторы, я так называю. Большой багажник. Значит, я не буду показывать, что здесь запасное колесо, там все там такое. Ну, могу показать набор блогера. Это у меня тут GoPro. Это у меня тут принадлежности для двух камер Sony. Две камеры GoPro 3 Plus. Две камеры Sony, коврики Lexus, видите, коврик Lexus,
укомплектовал, чтобы все было так, как положено. Ну, сейчас просто грязно, я их не использую, Lexus, для инструментов. Я не люблю, когда, знаете, машины, то есть фирменная, я докупил, чтобы все у меня было так, как положено. Не знаю, что это такое. Ключики, отверточка, баллонный ключ, все это такое. Фирмячая, укомплектованная, не просто, знаете, так шалтай-болтай сделали. О, вот так, видите. Моя задача — укомплектовать все было так, чтобы как положено, чтобы это было. Так, что тут еще? Вот видите, это, по-моему, этот фильтр. Даже это фильтр салонный. Что хорошо? Хорошо это тем, что... Смотрите, как работает. А, класс! По морозу все. Значит, естественно, везде доводчики. Мы слегка вот опускаем, только опа. А, тут она уже защелкнулась. Салонный фильтр там, в багажнике, чем хорош? Тем, что не захватывает воздух из атмосферы, когда ты едешь за каким-нибудь КАМАЗом, который дымит трубой. Как работает доводчик? Вот так он работает. Как работает доводчик? Вот. Опаля, все работает, все как надо. Кстати, была болезнь стеклышек. Сейчас я вспомнил. Стеклышки вот так как-то почему-то покрылись, так как они двойные, внутри покрылись каким-то белым, знаете, как грибок, который вот рос. И эта болезнь была на двух стеклышках. Я их заменил, все нормально. Значит, все оригинальное свое. Ничего тут подратов особо нет. Все работает туда-сюда. Дерево, кожа, состояние кожи, посмотрите. 2002 года машина. То есть ей уже 15 лет. А вот эта кожа, смотрите, как новенькая, тепленькая. А, приятненько на ней посидеть, мягенько. Так, вот. Значит, тут все лампочки включаются. Еще разок. Работа доводчиков. Опачки. Но диван. Диван — это особая тут гордость, можно сказать. Почему? Потому что тут это комплектация президент. Здесь ездили шишбаны, сидели. Естественно, здесь вот это место хозяина. Место хозяина, значит, тут массаж, там тоже массаж. Так, эти мои штуки сюда. Это подлокотничек с управлением. Делать так, делать сяк, делать это. То есть массаж регулировать, климат регулировать, подъезжать, отъезжать музыкой. И плюс вот это. Это холодильничек, видите? Прекрасно охлаждает. Когда я ее взял, холодильник не работал. Потому что наездники просто-напросто отщепили там контур. И значит, ну, все охлаждалось, а холодильник не работал. Значит, многие любят пепельницы показывать. В машине не курили. Кнопочки останавливаешь под себя. Вот тут подсветочка есть, все это видно. Кожа, можа, дерево. Значит, что тут у нас еще? Опачки. Если солнце вам мешает, шторочки различные. Опа. Заделали. Все, едете за шторинами, вообще вас не видать. Кто там едет, что там едет. Да? Сейчас в современной машине это делается с помощью там электрических приводов. Ну, я думаю, это только усложнило машину. На самом деле все тут нормально и без этого работает. Без автоматики. Все эти петли на нормальном состоянии. Коррозию. Вы где-нибудь видели коррозию? Я не вижу коррозию. Где вот она может быть? Ее нету. Покрыта такой фигней, от которой не ржавеет. Вот она. Значит, лампочка горит. Все это там такое. Я ее дополнительно, видите, еще алькантарой
обшил. Вот этот вот у нас мягенький, кожей обшита. Очень хорошо. Опачки. Доводчик присосал. Что особо как-то радует. Вся на доводчиках. Вся на этом. Так, ну что тут мы смотрели. И здесь установка даже для двух пассажиров. Каждый может себе установить. Вот это даже я не знаю, что такое. То есть некоторые вещи я до сих пор еще не знаю. Что это такое, как она работает, но тем не менее оно работает. Работает. Сюда можно положить. Значит, стекло поднимает, опускает. Опять-таки состояние кожи. Здесь, как некоторые показывают, ну и мы так уж покажем. Нажимаете на кнопочку, она поехала, кресло. Нажимаете, значит, на эту кнопочку, она у вас едет еще дальше. Регулируется отсюда, отсюда. То есть регулировок достаточное количество. Места тоже, видите, сколько места для шефа. Сел, развалился и поехал, ё-моё. Нажимаем на кнопочку. Опа, видите, сработало. Для того, чтобы она открылась, мы просто-напросто подходим, берем ее вот так. О, видите, она открылась. Все, все нормально, все отлично. Можно, можно ее замыкать с пульта. Нажимаем на кнопочку. Опа. Нажимаем на открыть. Открылась. И что характерно, вот это открывание, сигнализация, она срабатывает вот здесь. То есть не там где-то за 5 метров от машины, а именно только рядом. Что предотвращает вот возможность угона этой машины. Ну что, любят показать, а что ж у нас под капотом? Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, вот под капотом мы тут. Оп. Открываем. И заглянем, так сказать, под юбку. Знаменитый двигатель VVT-3UZFE. Все это такое. Нахваливает его и так, и сяк, надежный. Я когда слушал других блогеров, знаете, я был в восторге. Вот эта машина, вот это она дает, ё-моё. Значит, меняем аккумулятор своевременно, фильтра, мильтра. Прочие, значит, все эти вещи. Не забываем следить за фреоном, это очень важно. Потому что фреончик упустили, и все, ваш этот накроется. Вот, так что тут просто регулярно обслуживаем, а так вот не ходим, не заглядываем. Но я люблю, чтобы и тут было чисто, поэтому чистят двигатель сухим там способом. Видите, красота, я даже так не знаю, что тут вам показать. Кстати, у Сиора еще более богатая комплектация. Вот этот Lexus немножечко сделали, ну как бы сказать, обрубили функции, потому что он и так хорош. Смотрите, все эти штучки работают. Ах, класс, опачки. Покрыли сверху пленкой защитной. Ну, естественно, от соков не уберешься. Но, тем не менее, она не так уж подсокана. Значит, что касается парктроников. Вот они, парктроники. Какая-то болезнь в начале была. Знаете, я только успел поменять. А потом они как-то устоялись. И все стало нормально. Нормально они. Передние, задние парктроники работают. Плюс камера помогает очень хорошо. Так что вот они, парктроники, вот они. Бампер здесь очень хороший, мне в Москве сюда долбанули. Ну, не так уж сильно, а он только слегка прогнулся. Потом в Ростове передним бампером я долбанул на гололеде. Он тоже, так сказать, слегка прогнулся, и все. Нравятся мне еще щетки. Щетки, видите, здесь заходят. Вот тут и обогрев лучше, и значит, они не мешают. Вот. Так как они торчат.
Значит, здесь у нас все сложено в настоящий момент, зеркала. Водительское кресло, ну тут я сижу своей, так сказать, пятой точкой. Подсидел, но тем не менее, 2002 года, смотрите, кожа, ё-моё, отлично.